Всем привет, с вами Екатерина Голышева, и вы на моем канале. Но прежде чем начать, я рекомендую вам подписаться. Сегодня мы снимаем самый тихий челлендж. В гостях у меня Слипи, Диана Астер, Арина Данилова и ваша Маруся. Здесь все Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин. Сегодня мы будем жрать говно. Все, хватит, ребят, мне очень плохо. Че, реально больно? Вообще не весело. Хор, опилки в голове, червяки в жопе. Очень больно делали. Сейчас я расскажу правила игры. На столе лежит 5 карточек, и только в одной карточке наказание. Кому выпадет наказание, тот выполняет... Наказание! Самое мясо. Очень надеюсь, что девочкам выпадет там сожрать сверчка, обрезать волосы, показать жопу. Так что, если хотите посмотреть, что же будет дальше, оставайтесь. И прежде чем остаться, напишите комментарий, как думаете, кто сегодня выиграет. Кстати, победитель не будет. Мы говорим сегодня тихо, и поэтому у меня есть, знаете что? Шумомер. Это что за покемон? Шумомер. Девочки, сейчас кто будет говорить громко, еще одно наказание Чапалах. Это уже фирменное от тебя. А я не понял. Надеюсь, что этот челлендж не будет скучным из-за того, что очень тихо. У меня вот карточки, девочки, вы готовы? Так, подожди, я потом я должна сосчитать. А вы что запомнили, какая зеленая? Намеки странные. О, боже! Что это? Это рожать. Ты сейчас будешь испытывать схватки. Нет, ну, ребят. Нет, господи, Иисусе, не нажимай! Что, началось? Я не знаю. Страшно. О, господи. А, боже. Что? Да, приятно так. Чш, у нас же тихий челлендж. Ой. Больше 80 нельзя. Давай. Рожай. И раз, два, дыши. Давай. Все. Лови. Больше 80 нельзя. Да не, хоррор, реально, она уже давно стоит. Ребят, все! Все, выключил. А что, реально больно? Отойди. Кстати, ну, по шумометру вначале, конечно, было плоховато, но больше 75 не было. Давай мне. Давай я лягу, как будто рожаю. А я не пукну? Правда, немного неприятно, я попробовала на себе, я родила гомункула. Диане настолько сильно понравилась моя книга, что она заполняет задания, поэтому рекомендую покупать в Читай-городе. Ссылочку оставлю на книгу, можете заказать в описании. Ну что, вы готовы? Нет. Раз, два, три.
смотри, сейчас будет бегать живая курица, прям настоящая, и ты должна ее поймать и загнать в домик. Домик мы соорудили, я сама лично делала, вырезала. Можно вызваться добровольцем? Никогда. Можно вызваться добровольцем? Я ловила курицу. И чё, каково тебе? Каково это ловить курицу? Не очень, но можно я ей помогу. Помочь? А это будет сложно? Одной ловить курицу? Давай очень. Попробуй, если что, позову тебя на помощь. Тихо-тихо-тихо. Она сейчас яйцо снесет. Вышла. Туда. Молодец. Она сейчас обратно. Она сейчас обратно убежит. Хотя бы вышла, она встала и стоит. Давай, ты стой, давай. Это очень забавно. Подарила в центре Москвы, пускай радуется. Мне кажется, у нее инфаркт. Бедная курица. Кстати, прошу заметить, Диана до сих пор заполняет мою книгу, мне очень приятно. Да там дохрена заданий. Вот, дохрена заданий, это очень интересно, поэтому ссылочка на книгу в описании. Бассейн. Мне, кстати, до сих пор живот от родов болит. Одеваем первую. У них там лапки. Боже. Вот такие, как тебе? Что это было? Укусил меня кто-то. Это была постанова или что? Нет. А что, как так тебя резко отпустило? Не знаю, ну просто один раз укусили. Да что ж, они воняют. Они прыгают, ребят. Ha ha ha!
вышло из-под контроля. Катя, трусы и волосы пропали. Трусам! Трусам было, я помню. Я поехала. Мама. Кто-нибудь, девочки, едьте сюда. А? Важное заявление. Когда меня щекочет, я очень сильно дерусь. И дерусь я не руками, а ногами. Мы тебя свяжем. Пожалуйста, только давайте недолго, я же реально сдохну от смеха. Пока... Вообще-то люди умирали от смеха, ой, больно. Ты же не боишься. Кто сказал, что я... Ты только что щекотите меня. Давайте, вы на руки, ты на ноги, я щекочу. Давай. Раз, два. Делали. Яй, кто так жестко щекотал? Вот да это я... Соня с кем-то. Так, ну сейчас можно говорить нормально. Марусь, на самом деле ты огромная молодец, потому что шумомер один или раза два показал, ну, 77-76. В основном держалась, знаешь, ну, типа, 66, я 60. Я ждала себя, ты представляешь, как это было тяжело, ну, типа... Больше 75 было только, ну, раза два, поэтому я думаю, то, что тут можно засчитать за победу. Читать Катя. Так, вы уже тут выбираете, да, где зелененькая. А, ну, я считаю, что я выполнила его. Выполнила 100%. Ну, я просто молчала, как бы, я даже не издавала звуков. Слишком громко прыгала. Тише, нельзя было? Ну, ладно. Хорошо, не, ну, Катя, Катя реально красотка. Просто небо. Премию. Премию. Покупайте мою книгу. Два, три.
А если ее поцеловать? Тебя опередили. Она потом... такая приятная. Она меня держит. Мы держимся за ручки. Засос. Она меня влизывает. Прикинь, сейчас цапнет. Было бы весело, чё. Вообще не весело. Так, ну что, я хочу сказать, что это было незабываемо, это было прекрасно, у меня столько эмоций. Девочки, я хочу сразу же у вас у всех взять интервью, как вам? Мне вообще очень понравилось, я столько заданий выполнила. У меня теперь все чешется, как будто это я только что была в этих. Хочу быть такой же везучей, как Соня Слипи. Покупайте книгу Кати Голыч. Ссылочка в описании. Я буду с вами прощаться. У меня до сих пор опилки в голове, червяки в жопе, острицы. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось за все это время. А вы пишите в комментариях, какой челлендж снять дальше. И сейчас прикинь таракан. Пишите в комментариях, какой челлендж вы хотите видеть дальше, кого еще позвать. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. А с вами были мы, прекрасные подружки-сплетницы. Катя, извини, не зови меня больше, ладно? И каждый человек после ролика. Я так каждый раз говорю. Всем пока!